13 ноября в торговом доме «Библиоглобус» состоялась встреча в клубе «Логика здоровья». На этом заседании бессменная ведущая Любава Живая рассказала гостям об идеальной методике очищения своего организма. Очищение организма, пожалуй, одна из важнейших составляющих здоровья. Это волнует в современном экологически неблагополучном мире практически всех озабоченных своим здоровьем людей. Гостям был представлен ряд способов и методик очищения. Каждый гость смог выбрать для себя самый гармоничный способ очищения своего организма. На встрече присутствовало много новых желающих присоединиться к марафону здоровья во главе с Любавой Живой.